Куда будем заходить, даже если они там будут? Ну хотя посмотрим, какой там стрел там. Пошли. Так, слева их не вижу, так что, скорее всего, к нам сюда. Готовьтесь залповать тогда. Готовьтесь залповать. У них 100% есть лучник. Да, они здесь, у них два всадника, можно пострелять, можно пострелять. Карты оскаленные. Не-не, не проходите туда, ребят, не проходите. Особенно те, кто без щитов, там, поаккуратнее, пожалуйста. Я налево пройду, посмотрю их кого. Кава слева. На кого можно пострелять? Блять, сука, задержка. На один хит есть. Хорошо. А, не лучник, если аккуратно. Да, у них есть лучник и две кавы. Это, кстати, хорошо для нас, у них две кавы. Попал в голову, по-моему, рыжему коню. Просто стоим здесь. Давайте главное инфу, если они будут на вас как-то проходить. И не ловите стрелы, те, кто без щитов, лучше особо не. Я щит поставлю, вы ее за ними прячетесь. Давай. Ну, там отцу простреливать просто сейчас некого, я думаю, лучше так не это. Все, просто чилим, ребята. Можно поставить Коля справа с их стороны, если они идут. Не идут? Нет. Они тогда вот давайте просто вот близ флага поставьте, да, чтобы просто разбросать поле, чтобы не было удобно каве просто кататься. По левой проходит. Лук на подходит в балкон. Можно было по ним попасть, но уже нет. Там попал. Терпеть надо. Те, кто без щитов, за углы прячьтесь куда-нибудь. Пехи, вы отдавайте флаг, отходите чуть назад. Можете его отдать спокойно. Те, кто без щитов, точно вот тут за углом стоите, да. С щитами можете постоять пока. Слева. Можно пострелять арбами, там пикинер у них. Назад, пехи, сдавайте флаг, сдавайте. Кава сзади у нас, кава сзади. Отходим назад, стреляем пока, ждем. Отходите просто. Все в порядке, ребят? Не-не, отходите за стенку, зачем вы под луком-то заряжаетесь, ребята? С собой у них слева проходит, аккуратно. Где у них пикинер, вы видите его? С ними, наверное. Здесь под стеной, наверное, справа. Ладно, готовимся пушить, ребята, разряжайте последний раз. И готовьтесь пушить. Кава сзади нас. Там у нас совой слева. Забьем на него хуй, пушим. Пушим флаг, ребят. Пошли. Вперед, ребят. Быстрей. Попал совой. Хорошо. Молот справа. Молот, аккуратно. Хорошо? Совой. Найс. С тобой лучпи. Один удар был. Кава контрить. Ребята, очень сильно разделились. Прям, ой, пиздец, как разделились, ребята. Разбили. У нас половина сзади, половина спереди. Это прям было очень... аморально. По белику, наверное, смотрите, ребята, потому что у нас, видимо, не все поняли, что делать. Ну, мы флаги должны были все вместе пушить. Направо пошли. Да, не получилось. Направо пошли. Кстати, урон был неплохой от торгов. Пошли сейчас. Ага, они счастливо идут. Можно залпануть по лестнице, и там лучник еще. Сейчас на это проходим. На колодец. Идем. Поактивнее пехоты и смотрите так друг за другом, потому что если увидите, что вы прям делитесь, можете прям сказать об этом, потому что даже я вот не вижу. Иногда не могу сказать, дерусь. Все так смотрите, и там Белер прокричи, я не знаю, Рози прокричи, там типа на. Да? Ну, что-то типа, что разделились мы довольно сильно. Я, сори, не играл. Мы сколько не играли, блядь, дней 5, нахуй? 4. Я прям чувствую, что это немножко несобранность. Ну, повезло. Пошли через арку. Я думаю, будут встречать. Это логично. Через право идем. Я вижу, они с башни только сходят. Надо через башню идти. Тут недолго. Так, флаг уже поднимают. Не вижу, чтобы они нас встречали. Ушли к флагу, короче, скорее всего. Имеет смысл прямо сейчас поставить сзади нас колья, как-то их разбросать просто. Просто вот прям... А, здесь нельзя, забейте хуй. Проходите. Можно сразу, в принципе, пушить, даже особо не разряжаясь. Только вместе, друг с другом, ребята. Вот давайте от нашего пеха щитом, который первый идет. Они назад пятятся, у них кава готовится заезжать. Смотрите, Белик, смотри за кавой. Да. Остальные пушим. Кава спереди, них обе кавы спереди. Молотовик очень сильно ранен молотовик. Прям лоучпи. Гунтер у них лоучпи. Гунтер спешен один. У вас равенство, у вас больше. Нет, равенство. Кава живая, лучник у них.
Хорош, хорош, хорош. У пехла HP парашют. Кава пигелит. У них лучник еще работающий. Парашют кава. Нам, блядь. Да. Ну я заморалил, я, блядь, затимкидил Захара. Вообще, постарайтесь не подходить вообще за спину к бильщикам, ребят. Иначе будет печально все. А сколько там еще пинков, да? Ну у них, да, у них много пайкеров. У них очень много пайкеров. Так что, надо, возможно, надо Эльзе даже время давать поработать. Направо пошли опять. Ну сейчас уже тут флаг не будет этого аморального. Сейчас либо колодец, либо... Либо у нас тут. Направо иду. Ну и хорошо. Давайте еще раз разрядимся, возможно. Угу. Пошли налево, там карки. Оттуда лучше выйдем. Заряжайтесь все и идем к ней вместе. Пошли, пошли. Тут кава можно по ней... Нет, я думаю, не успеем. Ага. Так, здесь ребята. Можете разряжаться, молотовик справа стоит за стеночкой. Ага, не бросают колодец. Просто возле арки встаньте. Просто ждем здесь. Ждем здесь. Смотрите с правой стороны, чтобы лучник не вышел. Если выйдет, дайте инфу сразу. По-моему, они оттуда полностью ушли. Никого вообще не вижу. Давайте на колодец заходим. На колодец заходим. Блять, вот урод. За углом стоял. Здесь стоим, здесь стоим. Смотрите, идут отсюда или с центра идут? Они, скорее всего, в центр подойдут. Идем на флаг. На флаг идем. Перекрываем проход. Быстрее, быстрее к проходу, ребят. К проходу идем. Не вижу их тут. Возможно, уже... Они, скорее всего, через арку. Нет, здесь, 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 здесь. Перекрывайте. Пушим, пушить надо. Уже сейчас пушить надо. Про арбы забыли. Пушьте, пушьте. За кавой смотрите. Особо не разделяйтесь. По молотовику их смотрите. Пушьте именно молотовика. Да-да-да. Кава у них едет. Сзади. Захар, сзади кава. Аккуратно. Но всадника пока не заезжают. Работайте, ребят. Отлично, есть большой плюс. Там одна лучница. Две кавы у них работает, и лучник. Надо лучник пройти. Ну, ребята, ну аккуратно, аккуратно, аккуратно. Обе кавы живые, вас просто растягивают. Вас просто растягивают, хотят, чтобы вас расстреляли. Не стойте, на самом деле. Надо пушить лучника, да. Надо пушить лучника, ребят. Насколько это возможно. Уже двух, блин. Почти догнали, да? Да. Ну да. Да не, тут арбами не получится, у них слишком много... Ну да, открытая слишком карта, бегать можно миллион лет, да. Бегать можно миллион лет, давайте на другие классы. Не, возможно, можно было бы с арбами, но если бы мы еще каву какую-то одну добавили, типа, чтобы она помогала. Да, 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 есть такое, помочь. Есть такое, да, да, да. Кстати, возможно, как вариант, может быть, я просто на каву зайду и все. Давай попробуем. Давай попробуем так и сделать, да, заходите так же, абсолютно так же, ребят, заходите, просто я на кай попробую и все. Ну, и вообще, я бы тогда даже две кавы сделал, да? В смысле, на арбалетчика заходить? Да, да, заходите точно так же заходите. Просто у них два пайкера, по-моему, и... Ну, и вот поэтому одна кава, а не две, потому что у них два пайкера. Я думаю, просто два пайкера будет, одну каву. Вообще, в теории, смена респов, ребят, так что вы за грин заходите. Знаю, я просто не могу никого не подойти, не ударить. Я жму теску, я просто не могу их ударить, подойти. Банально. Да, и прошлый раунд был бы 100% выигранный с кавы, типа там просто разъебали их пехоту мы. А потом просто минус, минус, минус от кайта. Так, ну поехали. На колодец проходим просто и стоим чилим.
Они написали ready? Да-да-да, уже лайф. Коля нам не нужен. Ну, в принципе, не имеет смысла их выкидывать. Если вы флаг займете, все равно можно грамотно их поставить. Это лучше стрелять. У нас нет времени грамотно их поставить на флаге, очень проблема. Стоим, чилим. Попал по кому-то. Либо по лучнику, либо еще по кому-то. Хорошо. Не бойтесь, не бойтесь, он попадет, точно. Юня. Вообще, я думаю, щиты, чем мы сломаем, забыли быстро 7. Блять! Прости, ну ебаный рот. Ну я так и знал, что так и будет. Ладно, пошли на флаг. Я имею в виду, вы так ходите, типа... Я влево-вправо, влево-вправо, ну... Собственно. Давай, друг, давайте, давайте. А давайте. Я вина, конечно, не срекил. Перекрывай центр. Тут совой, кстати, один, но он ушел. Ладно, кроем просто. Чуть назад, пихи. Вам надо дать им пройти наоборот, наоборот, и как плохо сделали. Ладно, похуй. Теперь похуй. Нет, к флагу не отходите. Вы должны их пушить прямо сейчас. Пушите прямо сейчас. Красиво. Давайте, давайте, ребят. Давайте, ребят. Вас они растягивают. По правой стороне их пушите, по правой. Именно правых, которые за стенкой. За левой не заходите. Хорошая. На мне два? Или надо помочь. Хорош, бери. Одна кава мертва. Вторая луч пи. Не растягивайтесь. Ближе к Эльзе. А Белик, играй Белик, помоги кава, кава. Ну минус один. Пиздец. Так начало файт хорошее. Даже минус один. Так же получится. Поаккуратнее, пихи, не стойте на разных линиях, стойте на одной, типа, как-то. Ну, либо тот, кто стреляет, пусть он прям смотрит за эту хуйню. Потому что... Морально. Это непрофессионально получилось. Сразу выходим сюда, ближе. Ближе сюда выходим. Выходите, выходите к углу. И здесь у угла стоите. Посмотрите, на балконе есть лучник? Нет. Проходите на их лес. На их лес проходите скорее. Вам надо это быстро сделать. Вон там. Нет. Наверху, на балконе кто-то был увидеть. Да. Совой в центре. Да, совой у них совы были. Откуда стреляют? Совой в центре стреляют. Респас нашел. Все, просто стойте тут. Вот тут стойте у домов. Он башня. За угол не надо выходить, ребят, под их лук. Ага, просто выше. Лучше наверху, блядь. На башню. Так, ну ждем здесь. Здесь ждем. Стоим, чилим. Попал. Арбами поаккуратнее, ребят. Попали? По кому? По луку. Хорошо. Справа они идут, можно чуть пострелять. Но они, скорее всего, пойдут на балкон. Просто стоим, ждем. Да, идут. Один АПК слева идет точно. Да, они все на балконе. Не-не-не, тут двое справа, тут двое справа. Да-да-да-да, вижу. Они разделились. Спрыгнули еще. Попал по плерме вот этой, зеленым щитом. Просто руку пока стреляйте, вас ничего не нужно. Она супер лоу. Слева никого нет. Кава одна едет слева. Сейчас прям у вас кава это слева. Хорош. То... Кони металка. Бунты. Убил. Найс. Кава сзади, кава заезжает аккуратно. Угу. Хороший. Они поднимают флаг потихоньку уже. Пох, время еще дохуя. Просто стреляйте, расстреливайте им щиты, у вас же есть арбы. Убил. Вот, отлично. Не знаю, мне кажется, лучник вот не сверху. Я его не лучник вижу. Лучник вот там, на балконе. Один, Эльза, выйди на этого лучника, пейте пуштика флаг. Пейте пуштика флаг, пошли. Пошли. Ича слева с булавой. Кава едет. Кава заезжает. Один пеха лучки. Ича приедет, пытается. Куда? Хорошо, пайку никто не бегает. Одна кава спешно. Убивай, найс. Пайка мертва, кава к вам едет. Я на флаг иду. Ичи мертв. Лучник сверху. Лучник спрыгнул. Дай. Лучник мертв. Все хорошо. Вот это раунд. Ебать, в Counter-Strike поиграл я. Эталонный. 5 секунд, блядь! Ничья сейчас будет, ёпта!
Фух, слава богу, на пиздец. Сори. Я понял, нам не надо флаг занимать, нам надо стоять у этого флага. Пошли налево. Только на колонии. Был слева флаг. А, ну так он может быть либо сзади, либо у них на этой хуйне. На рынке. Мы будем тут просто стоять, чтобы либо на рынок быстро выйти, либо назад. Я думаю, мы башню могли попробовать, но он. Где? Нам просто, понимаешь, Дэмон, нам, я говорю, нам нет смысла флаг занимать, наш на нем расстреляют. Нам есть смысл просто встать за стеночкой и подождать. Как в прошлом раунде. Лук в башне у них наверху, аккуратно. Угу, понятно. Давай даже тогда налево. Давай тогда же налево, так в прошлом раунде. Пойдем? Опять на их лес пошли все. Пошли на их лес. Привет, цыплят по осени нахуй считают. Сижу реально считаю, блядь. Как мама гусыня, блядь. Никто ли там в эту не провалился в канализацию? Так, чилим. Чилим Тана. Ну ладно. Стреляйте по башне. Лучник мансует, падла нахуй. Еще можете посмотреть там полярбак. Еще пока и там поработайте, давайте. Попал. Как не попал? Подходим вот сюда к углу, к левому. Давайте, ребят, вот сюда к углу. Вы должны быстрее сюда подойти, чем их лучник. Быстрей. Все, и стоим за углом, не выходим из-за него. Просто давайте арбам работать и так далее. Давайте, ребят. Развлекайтесь. Главное, дайте инфу, если там что-то будет ужасное. Сзади. Ты можешь закружить левее, ты можешь прям левее подойти. Если на тебя кто-то пойдет, то наши арбы, по сути, помогут. Подкружи немножко. Прям еще понаглей давай, Эльза. Давай еще наглей. По-моему, попали, да, полученько или не показалось? Молот справа близко. Блять, не пугайте нахуй. Попал прям. Хорошо, Эльза, еще левее, Эльза. Пехи, выходите вперед немножко. Правее пехи. Эльза левее, а пехи правее, давайте. Кава сзади будет, прямо сейчас кава сзади. Пушьте вперед. Хорошо, у них лучника нет, давайте, работайте. Они разделены. За кавой смотрите просто и вперед. Я заезжаю. Блядь, кава. Аккуратно, блядь. Ну, не разряйтесь, да. назад, поедите. Да, хорошо. У вас всего лишь минус один. Лев бей. Нормально. Кава спешно. Ой, как кава-то у них разъебало. Белик, попробуй каву фокусить, не пеха взять. Белик, да, ты должен только каву фокусить. Две кавы, у нас никто ее больше не фокусит. Ладно, пошли на колодец, Сереж точно колодец. Ну так-то был плюс, ёпта. Лучник умер. Будьте, блядь, вместе, опять вы как-то разделяетесь. Одни на тех, одни на других. Вы слушайте, я же говорю, пушьте флаг. У нас одни на молот пошли, другие не на молот. Ну, они, видимо, там уже, да? Ну, они там отходили... Ну, ладно, похуй. Плевать. Да, у них нет на левом флаге. Чё, где они? На башне. На башне. Ну, хуй, пошли опять на их лес, может быть, опять у них здесь флаг будет, и мы... Там, видите, там, видите, банка сами стоит. Просто будем всегда здесь стоять и чилить. Потому что пока что я не знаю, как наш флаг отстреливать. Там очень большие такие дистанции, ёбнутые. Везде простреливает их лук. Ладно, посмотрим. А здесь прям идеально так, такой холмик охуительный. Ага. Ладно, пошли через справа пошли. Скорее всего, нам придется пушить тут бесхитростно. Выходим через центр именно выходить. Они с башни идут. Да. Сейчас лучник уходит налево. Ну, да. Да, налево. Короче, смотри, что вам надо сделать, ребята. Вы должны выйти сейчас и сразу пойти все на лучника налево. Понимаете? Вам пехи будут дышать в спину. Вы должны идти на него, я на него заеду просто. Он вас не убежит. Пехам придется вас пушить, примите файт. Я вижу, лучник у стены стоит, а не слева. Ну похуй, тогда идите просто пушьте. А в лоб он будет вам стрелять, не в спину хотя бы. Вы пушите? Хорошо, я заезжаю. Вперед. Элис, ты можешь левее, да, к лучнику ближе. Давайте, я заезжаю. Ближе друг к другу, ближе. Очень сильно делитесь, ребята. Ближе. Файт. У них пайки немножко отошли, ребята. Работайте. Ну как же вот так? Че у вас тут полиамщик? Так, хорош билик. Я не знаю, ну типа,
Я не могу подойти удары, меня полиарман бьет через свое щит. Ну да, полиармщики заебашли. Ладно, хули. Ну, надо, блин, мы... короче, либо накал, либо на пехо. Что я вообще не могу чувствовать на этом. Ну ладно, давайте реверан пикнем. Че, нам надо 6 раундов? Мы один взяли. А, ты имеешь в виду это? Чтоб выиграть? Ну да. Ставь. Сейчас, сейчас. Ищу. Если он тут есть, блядь, я не помню, тут есть ли Веран Вилоч? Есть, блядь, мы же играли его тысячу раз. По-моему, его Рози голосованием ставил, если не ошибаюсь. А, нашел, все. Я пошел перекачиваться тогда. Так, ну и застаёшь на метателе. Ну давай, Белик заходи, понятно. Ну а что у нас, в принципе, какой выбор? Рось, давай ты на лучнике. Белер на каве. Захар на каве, понятно. Вань на пехе. Парашют. Парашют не знаю, блядь. Давай на пехе парашют. Останься. Можем пробовать душить их лучника сейчас. Ну, вроде получалось у нас в прошлый раз, когда мы играли. Ну, если мы будем душить их лучника, нам нужен парашют на каве. Ну, тогда не будем, получается. Посмотрим. Я могу на каву зайти. Да я не думаю, что мы передушим их лучника. У нас... Так, в таком случае, если мы так агрессивно играем, нам надо и Розю на пех. Хотя, хуй знает. Да нет, я думаю, давайте так попробуем сейчас их играть. Сложно. В целом сложно. Сейчас посмотрим. Я вообще что-то, я отвык от игры, я вывижу, отвыкли. То есть у нас просто в файте проблемы обычно. То есть вы кружитесь от кого еще чего-то. Вот в прошлом раунде было на мне два пайкера. И типа в теории у вас был еще плюс самый первый. Так что... Паша, они просто жмут эску. Я видел, и... видел, да, как у них просто пайкер сидит, жмет, ждет. Ну, он проведет, пока кавер заедет, и все. Но у вас в теории же метатель есть, он же этого пайкера может... Ну, а метатель... Но на метателе это кава. Метатель кашляет кава, да, потому что кава у нас... Ну, ладно, короче. Так, они рейдят, поехали. Еще и лучше их палит, пацаны. Давайте, давайте наше любимое место, ёпта. Давайте налево. А чё, парашют такую броню продал, да? А, у него нету, я да, такой? Я вам случайно скинул. Можете меня подкаврить? Где она здесь? Я ладно, просто... поебать. Ну, вон ланца твоя демо, вот она. На респе. Это другая, это которую я скинул. Ну, а ты чё, коня не стал перекачивать, чтобы не этот... А нет, если быстро зайти нужно будет... Да, да, кого прыгнуть. Они идут к нашему бункеру. Чего? А, к бункеру. Бункеры идут. Захар, давай к пехам нашим. Рози, твоя цель только пока именно работать. И только если мы будем душить Райк, что очень вряд ли, можешь его как-то поебашить, либо пока он перебегает. Потом про него забывай. Далеко. Пошли через право, через таверну. Не повезло. А, Рось, тебя на бургер поставим, ёпта. Пошли на еще правее. Ну ладно, пехи-то могут здесь сразу выходить, а ты, Рось, давай на бургер. На бургере Кортес. Вот, на бургере Кортес, да? Ну уже, уже нет на бургере Кортес. Да, да. У них, короче, блядь, 5 пехов нахуй. Ну, в принципе... В принципе, значит, у них сколько? Два всадника, что ли, всего лишь? Да. Понятно, кого нас больше. Ну, выходим тогда, отлично. Выходим, отлично. Рось, можешь даже к холмику подойти. Даже еще ближе можешь подойти. Далековато. Стрелять не сможешь. Молот, о, не ну ладно, не, это так, хуйня. Рось, подходи, да, ближе, стреляй. Работай. Работай, Розя, Эльза, давай. Пехи, давай левее все. Рось, чуть правее держись, а ты, Эльза, чуть левее спеху. Они вам отдают флаг. Назад, пехи, назад немножко. Захар, не за мораль. Захар заморалил, блядь, ну так и знал, нахуй. Зачем? Ну зачем? Ну, зачем? Ладно. Едет? Нас пуш. Надо пуш драться, ребята. Кама, помогите пехам. Пехам помогите. Пайк лучше. Одна из пайк лучше.
Кава едет укратно, не растягивайтесь. Хорош, Дэмон. Там пика. Две кавы еще живые. На лучника хуй забейте. От Белик помогите, Белику помочь. Бля. Захар, смотри, у них челик с арбом может стопать каву. Понимаешь? Я его, по-моему, пикой надо стопал. Ну, я понимаю, но он ехал на него, налево пошли. То есть, если бы не пикать, этот арб тебя мог с огромной вероятностью застанет просто. Не делай этой хуйни, пожалуйста, нас мало кавы. Какой толк рисковать? Глупость. Ладно. А пуш хороший, кстати, был. Там два килла не видел. Хорошо. Похуй на забор. Через холмика справа. Я удивлен, что у них кавы, кстати, меньше. Интересно. Не понял, где Димон? На заборе стоит. На заборе. С таверны выходит, Рози, с таверны. И там они есть. Вверху стоял, он тебя видел так. Ну что, верим, хорошо. Давай, Рось, на камешек. Поднимайте флаг. Вы его, наверное, не сдаете. Сейчас справа идут. Рози, работай, у них нахуй челики без щита вон бегают, вообще на похуй просто. И пайкер, блядь, и лучник нахуй. Все нахуй просто. Кал-центр. Блядь, давай чуть правее и... А, нет, у них лучники пошел в поле, все забей хуй. Лучник. Ага. Где совой был? Ну это в поле челик стоял с арбалетом. Блядь, я его не видел за то, что наш стоял. Блядь, назад, дерево назад. Невидимое. Кава сзади. Живой, я живой. Мы здесь. Можно пушить. Ага, свой меня тоже поймал. Ну ладно, нормально выжил. Пушьте, ребят. Пайка мертва. Молот аккуратно. Хорошо. Пайка еще одна мертва. Хорош, кава застопнена у них. Надо, блядь, с лучником что-то придумать. Я заехал на него. Да, все давайте просто на лучника. Давай, хорошо. Убивайте держи пеха, я держу лучника. Хорошо. Говорите мне, где с собой, пожалуйста. Я был уверен, что ты его видишь, блядь. Но он стоит прям в лоб тебе, смотрит. Так, блядь, тут наши стоят, я не вижу за ними. Ладно, похуй. Давай на бургер. На бургер. Можно пострелять у него здесь. Да. Давай, Рось, давай. Отомсти, нахуй. Ну, что-то как-то... Еще. Вот, уже я верю. Все, ладно, можешь это. Можешь не сдаться. Так, вообще желательно, чтобы правый флаг для нас выпал, потому что у них кайва меньше. У них пайкеры, кава, почти не следят за спиной. Оба пайкера, ну, умалишенные нахуй. Я это заметил еще на той карте, когда на каву зашел. Поэтому вы можете это, да, того этого. Пехи, можете на них поагрессивнее идти. Они вот ни о чем не думают, кроме как жать эску. Ага. Вдоль забора пошли. Честь справа. Опа. Честь справа, ребята. Что происходит? Это меня ебануло, что ли? Нет. А что, вы не слушаете? Все, вылетим. А, нет. Ага, готов нахуй. Блять. Ну пошли пушить на флаг, все. У нас метателя нет, Рози. Занимай этот заборчик. И поехали. Кава, готовьтесь. Может быть, чудо произойдет. Чудо часто с вами происходит. Аккуратно, там совой. Да, на совой пушьте. Ребят, пушьте на совой. У них один чел между. Даже двое. Надо пушить прям сразу. Кава, вы уже должны заехать, дорогие друзья. Ну, заехали. Да. На самом деле хороший парашют. Там совой на УЧП. А где Захар? Захар, а где ты был? Я Русь помогал, у него кого запало. А, ну понятно. Тогда ладно. У нас Эльзы нет. Минус один. Русь, на пеха можешь быстренько, мгновенно? Быстренько. Прям мгновенно. Ой, ё-моё.
Налево пошли, налево, 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 на монастырь. О, как. Благородно. Междуусобица. Да ладно, благородно. Он выходить не хотел, ему переебали. Он все-таки вышел. Пушьте налево, пушьте, Као, поехали на этого хуя. Вы прямо сейчас заходите и пушьте. Насрать на лучника, на пехов. У них пехи сильно разделены. Пушьте прямо сейчас. Быстрее, ребят. Вы что, отпустили этого челика? Пиздец. Ну да, до конца теперь пушим. Белику надо помочь. Ребят, снимите с него пеха, блядь. Хорошо. Лучник работает. Смотрите за спиной. Не растягивайтесь. Теперь уже надо лучника пушить до конца. У нас один всадник всего лишь. Я попробую на него заехать. Работать по пехоте. На пеха конь. Просто сядьте на кого-нибудь пеха. Я на лучника заеду. Кава одна на меня, отлично. Один пайкер далеко. Да, не. Тебе надо заехать, сейчас понял. Тупую. Ну. Ой, может 9 на 9, да, да. Чё? Ай, если у меня. Вас, к слову... А, нет, вас сейчас столько же. 3-4. Сейчас лучник будет занят, ребята. Да, можете, да, можете... Да. Не, ребята, забейте, не пушьте их. Идите лучше к лучнику, блядь. Ай. А что там? Ну, вот этот... Вы можете его добить. Да, хорошо. Флаги вроде не знаю. Вообще надо развернуться и бежать на флаг. На флаг. Бегите на флаг, бегите на флаг. Ну хотя там, блядь, 45 секунд там. Ну вообще. Да не, успеют, если они прям. Где, блядь, флаг? Через забор и налево сразу огибать озеро. А там флаг поднимается. Бродь, выйди в зрители, а Сильванир зайди на кэ. Не, успеете, бегите. Захар, у него атлетика нуля, но не успеет. Ну, один пех пусть бежит, второй пусть берется, чего ж. Один-два держи, просто. Хорош, Захар. Беги, он ушел сам, там время, да. 10 секунд, там флаг вышел. А забей. Савою хоть перееби. Да, давай. А еще, кстати, Варель, ты вот этот пех, который там отделился, один на него заехал, но типа не успел забамбить, я не знаю. Надо было все кавы на него заехать сразу. Нам, у нас, короче, не хватает, мы ну, говорим, именно когда файт начинается, мы тренируемся. Надо шустрее как-то. Там кава заезд, там все. Я как мог шустро сказал. Дема, ты родной. Что? Мне показалось, что я перешел. Я вышел, зашел за грином, да. Я не. Ну, матч без кубков, судей не было. Никто не делал. Ща мы как на последнем сете разъебем. Сейчас мы как нахуй разъебем. Сильванином. Ой. Так, пошлите на центр. К домам. Где они? Видите их? В бункере Као все. 4 Као. Пошли пехи на центр, на колодец. И а, они налево идут. Лучник налево пошел в поле, пехи на бункер. Пехи на колодец, Као, все на колодец. Тут можно застопать Као тяжелый у них. Пехи правее, проходите сюда, ну. Чем все говорить надо? Думайте. Можно прогрессировать. Помогите. Кортеза прям пиздец, раненый конь. Прям просто доебал. Очень,
Настя, добей. Пехи тоже на их вес, бегать прям за нами. Хорошо. Все, можно этого дома встать успокоиться. Есть плюс. Молодцы. Все, кава. Нахуй. Все, стоп, блядь. Вернитесь к пехам. Хватит там это поморались. Я же сказал, разъебем. Сейчас давайте на флаг. На флаг пошли. Можно поподнимать кого. Че, как уебу пока не. И не надо там и так немного. А чей это комплекс? Лук идет. Понятно. С колодца. Понятно. Сюда будут идти они, да. Чилим дана получается. Кавал, не ловите стрелы, пожалуйста. Эйч, пуш, кава, поехали. Поехали, кава, вперед. Я на лучника один, соло. Остальные забить хуй на лучника. Просто все. Хорошо. Пехи, дальше, пехи. Блять, как же они кружат. Лучник не работает. Кава, надо на лучник проехать. Прям, ну, он, они прям катят нас. Ближе всего. Вообще... Ты один на каве. Заедь и спешься на нем просто, хуй знает. Я боюсь, неплохая идея, плохая. Спешиваться точно не стоит. Все, заняли. Все, отлично. Просто поживите подольше. Вообще, надо на флаг по-хорошему возвращаться, ребята. Вот прям забейте хуй на этих эсчиков, блядь. Вам надо на флаг. А у нас есть на флаге человек, да? Ну, как бы да. Все хорошо. Ребят, вам надо на флаг, да? Да он... Да у нас там опасная ситуация, нахуй. Там Макаров, блядь. Дублейте, ёпта. Да, нахуй. Вот сейчас бы вот одного, второго, третьего. Ладно. Ну чё, пошли, наверное, у домов стоять, может, центральный будет. Да, кто линцу скинул? Какой гений? Что? Или это дополнительное. Просто... А, дополнительное, окей. Какой гений? Ну я. Все, стоим здесь у домов. Какой гений? Ну я. Кава заезжает сразу на спаун. Кава, ловите. Поймать, блядь. Можно закрыть. Пехи, на наш лес походить прям назад. И вот сюда, задавай мне эту каву. Эльза, особенно ты, давай. У меня тут кава на нашем лесте. Ёбнул её. Свое? Понял. Эльза, стоп, рядом. Хорошо, кава едет на рыцарском, хорош. Убивать вот эти обе кавы убивайте, ребят. Пушьте её, пушьте, давайте ему отходить. Кава, заедьте на него одного, блядь, ну. Хорош. Калёный, Гунтер калёный. У меня металлки еще есть? Гоню, Гунтер догоню спешу. А, нет. Лучше нет. Вам повезло с флагом, давайте на флаг идите. У них два пеха, у наших домов пехи. Если они остановятся, можете их запушить. Кава, все, давайте пехам давайте. Вообще, забейте такую на их каву. Вам сейчас надо пушить флаг. Вам сейчас надо прям сразу пушить флаг. У них, блядь, пайк за углом, кто бы хотел сказать. Я знаю. За сейви нахуй. Я живу. Пики, направо проходите. Сзади дома калка. Направо, да. Добивайте, хорошо, добивайте. Блять, фоткайся. Захар, лука займи. А флаги? Просто займи, где? Просто держи на щите. Пехи остальные просто пушьте дальше. Лук где? На заборе. Кого Захар, пушит? Вот этого челика или кого пушит? Да. Как мы его запушим? Кава. Ладно, пехи, идите на лучника, блядь, похуй. Пехи, на лучника идите. Я замучу. Нихуя. Скучи. Блять, пожалуйста, аккуратно. Кава сзади. У нас кава живое есть? Да, Захар. Ну, подбить этот ебучий забор, ну заедь на лучника, пожалуйста. Ну, каленый он должен быть. Хорошо. Кава едет к пехе. Каленый конь у него. Их чел залез на палатку, блять. Это пиздец. Не дерись, не дерись с ним. Кава пушит вот этого, блять, и там стоит. Каленый конь у него должен быть. Я что? Последний сет как разъебило. Ладно, давайте опять на это. На монастырь, блядь.
А какой гений Лансу скинул? Какой? Ну, неужели это Белия? А, у меня так плохо нет. Что-то от этого, давайте последний раунд посмотрим. Давайте. А мне понравилось. Монастырь бежим. Встал. Пехи. Пехи, 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 монастырь, товарищи. Вы уже Эльза вам говорит, пиздец. Вы, да. Это же наше любимое место. Но мое как минимум. Некрещенное. О! Дема, давай это турнир, кто кого с седла выбьет, блядь. Yes. Ты просто меня на рыцарском поехал, я подумал, ты не остановишься. Ну, давайте флаг заменить. Уп, смешно. А ведь известный аморал. Да. С таверны выходят все. Парашют там можешь заоморалить ковы. Я сейчас... Опа! Товарищи, друзья, блядь. Опа! Ну, ёпта. Ну, хосер, чё вы хотели? Бля, ребят. Вы не убили его? Нет. Я убил Райка. Хорош. Ну чё, пушим? Пушим, ребята, кап, заезжайте. Кап, заезжайте, только поаккуратнее, давайте возьмем этот раунд. Пехи, вместе соберитесь, вместе соберитесь. Кап, не рискуйте. Заезжайте на пайку, только когда она занята. Давайте, вместе с пехами, пошли. У них одного пеха отрезали. Забейте хуй на пайку, ну зачем, блядь, ну думайте нахуй, ну ёпта, ну люди прямоходящие же, ёпта. Пусть пех на флаге. Пехов, у нас один пех на пайках, двух. Пусть мёд эску, блядь. Кау спешил. Добейте пеха это. Все, надо драться. Кау, заезжайте за место. Кау, заезжайте за место. Заезжайте туда, где пехи, а не там, где их нету. Хорошо. Надо флаг, от флага нас кава только осталось, аккуратно. Каву надо их убить тогда. Кортель надо убить. Надо убить каву. Каву надо их убить. Каву надо их убить. На пехов забейте хуй вообще. Хорош. Били каву? Найс. Оп. Пешься, пешься, пешься. От него играем. Я сейчас заеду на похуй. Вставай, хорош. Просто держите их. Быстро надо убить. А флаг чей? Их. Блять, серьезно? И он еще к ним подошел каким-то хуем. Блять, а как он был их? Пиздец. Ну, давайте на центр. Блять, Кава, вы можете не заезжать на пайку, которая на километр ушла от успеха? Я сказал, это просто я не заезжал. Ну, ты бы видел, как там, блядь, Сильванир заехал. Просто пиздец. Это можно умереть нахуй. Нас ребята, они разделились в две части, и ты когда говорил потом пуш пеха, я не вижу этого пеха. Просто где он, блядь, вообще? Все, да ладно, забей хуй. На заборе. Ты вообще не получилось сказал. Давайте стрим домой просто. То есть в прошлый раз я был только из-за этого. Только из-за центр этого. Кого? Уйди. Справа, справа. Можно драться с ними, можно драться. Пехи, выходите сюда, помогайте нам. Просто помогайте нам с ней драться. Блин, ну, пиздец, мне хватит, чтобы... Вот это? Бича, да-да-да-да, добивайте его, ну. На вас пушат пехи сразу. Вас сразу пушат пехи, осторожно, вас пушат их пехи. Их надо принимать. Кава, надо заехать в их пехов. Помочь нашим пехам. Приезжайте. Только не в пайку, которая за километр от их пехов стоит, пожалуйста. Хорошо. Кава сзади. Хорошо, Аня. Спешно. Убивайте просто. Ой, извиняюсь. Ребят, аккуратно. Блядь. Кава же. Есть? Блядь, не аморальте, пожалуйста. Хорошо. Надо молот добить надо. Настя, хорошо. Ух, блядь. Всем спасибо за КВ, все молодцы, ребята. Позитивчик. Да. Давайте. Всем спасибо за ночь. Нормально. На 5 дней не играли, ничего.